Сегодня мы поговорим о Fishout Learning, что это такое, зачем это нужно и как мы его используем в нашем повседневной работе. Немного обо мне. Меня зовут Кирилл. Я работаю Machine Learning Engineering лидом в Neuromation. До этого я работал в Ringier Deposit Photos. В презентации есть мой GitHub и LinkedIn. Коннектитесь, если хотите. В Neuromation мы делаем платформу для диплёрнинга. Это, по сути, такая Python-ская обвязка вокруг Kubernetes, которая помогает вам работать с инфраструктурой для ваших диплёрнинг экспериментов проще. То есть проще выделять там разные ресурсы, вроде GPU, TPU, проще запускать разного рода эксперименты. Ну, а в свободное время можете зайти на мой GitHub, там, смотреть, что я пытаюсь там контрибьютить в PyTorch или похожие библиотеки. Вот. О чем мы сегодня поговорим, какая наша адженда? Мы поговорим про вообще проблему, какую мы хотим решить, зачем мы здесь. Мы поговорим, какие есть датасеты, которые нам могут в этой проблеме помочь. Про модели, какой вывод мы из этого можем сделать. И самая важная и нераскрытая часть этого доклада — это use cases, как мы применяем все, что я по сегодня расскажу, у нас на работе. Да, маленькая такая ремарка, что наша платформа продается по подписке, и кроме этого, у нас еще есть аутсорсинговая модель. То есть мы ее продаем следующим образом. Мы приходим к какой-то компании, наш сейлс-департамент заключает какой-то маленький PUC, либо маленький проект, как правило, это какой-то проект в сфере машин-лернинга, который мы делаем как будто аутсорсинговая компания, и потом через это продаем платформу. То есть у нас, по сути, на платформе очень много разных клиентов, которым мы делаем машин-лернинг решения под заказ. В основном это до недавнего времени было только Computer Vision, сейчас у нас есть еще очень интересный проект по NLP. Вот. Итак, вообще, какую проблему мы хотим решить и что такое Fishout Learning? Можете поднять руки, много ли знают из вас или сталкивались раньше с Fishout Learning, либо похожими темами? О, супер. Значит, кто-то узнает сегодня что-то новое. Вообще, на самом деле, какая проблема и почему есть Fishout Learning? Ведь на самом деле все круто, да? В Deep Learning все хорошо. Мы больше не пишем код, у нас есть нейронки, и просто мы берем вот любую проблему, лейблим данные, рефайним нашу loss function, тренируем нейронку и продаем наш продукт, там, не знаю, за миллион долларов Гуглу либо кому-то. Вот. И все хорошо, можем вообще, у нас нет никаких проблем. На самом деле, к сожалению, это не так, и проблем довольно много, так что эта схема на самом деле не работает. Какая первая проблема? Для того, чтобы вам нужно собрать датасет, это довольно дорого. Разметка реально очень дорогая, особенно если вы решаете сегментацию, либо object detection. И, как правило, вам нужно довольно много данных для того, чтобы решить вашу проблему. Следующая проблема — это то, что когда вы, вот, например, вот есть какая-то фича, которую вам нужно добавить в ваш продукт, либо в нашем случае, когда у нас есть компания, которой мы делаем решение, мы собираем датасет для ее проблемы, размечаем его. И, например, вот там дальше будет пример с медицинскими инструментами. Мы натренировали модель, которая распознает медицинские инструменты, задеплоили ее в продакшн, все хорошо, но со временем они выпускают новые типы айтемов, то есть новые типы инструментов, либо обновляют линейку товаров и так далее. И это нужно учитывать модели, ее нужно перетренировывать, нужно переразмечать датасет. Особенно если это много объектов на одной картинке, то это имеет иногда комбинаторную сложность, что довольно сложно и дорого делать. И последний аргумент — это... стал работать кликер. Есть очень классный курс Unsupervised Deep Learning, и там есть одна очень классная лекция от профессора из Беркли, который говорит, что на самом деле революция не будет никогда supervised, и все, что будет дальше, будет основано на unsupervised подходах. И там у него есть очень-очень много примеров, где он рассказывает, что на самом деле данные, на которых вы учитесь, они совершенно не идеальны. То есть они не покрывают все сложные use cases, они вводят дополнительные ошибки, и то есть из unsupervised штук, из самих данных, вы получите намного больше информации, чем из ваших лейблов. Итак, какие у нас проблемы, как я сказал? Дорого размещать датасет, его нужно обновлять и добавлять новые категории, и, в принципе, лейблы чаще всего плохо размечены. Как это можно решить и улучшить ваше решение? Ну, самый простой путь —
Если у вас есть неограниченное количество ресурсов, просто соберите еще больше данных. Ну, вряд ли на самом деле что-то будет работать лучше, чем это. Как правило, это самый-самый лучший подход, но чаще всего он просто экономически нецелесообразен. То есть вы просто потратите либо слишком много ресурсов, либо слишком много времени для того, чтобы собрать правильный датасет для вашей задачи. Следующий способ решить эти проблемы. Вы можете завязать few-shot learning, то, о чем мы поговорим сегодня. Я расскажу про это дальше. Вы можете завязать такую более экстремальную случай few-shot learning, это zero-shot learning. Вы можете попробовать self-supervised подход. Это когда у вас есть очень много неразмеченных данных и маленький кусочек размеченных. И вы можете попробовать unsupervised, когда вы просто научитесь на неразмеченном датасете. Сегодня мы поговорим про few-shot learning. И для начала вообще, что это такое, как ставится задача. На самом деле, это может выглядеть приблизительно так, так как это выглядит у нас вот в продакшене. У вас есть какой-то собранный датасет для N классов. Его может и не быть иногда, но, как правило, он есть. И у вас есть какие-то новые классы, для которых всего несколько картинок. Например, одна, либо пять. И вам нужно их распознавать. То есть вам нужно научиться распознавать объекты из датасета, где у вас всего 1-5 картинок. То есть, да, если у нас есть ImageNet, где у нас 1000 картинок на категорию, тут у вас 5. Вот. Это на самом деле задача, постановка задачи Future Learning. И какие здесь самые частые метрики для evaluation? Это ваши accuracy по one-shot и five-shot. Когда у вас просто есть 5 картинок, одна картинка в train-сете на новый класс, вам нужно на этом обучиться и на этом строить нормальные prediction. Это то, как вообще ставится задача Future Learning. Какие датасеты обычно используются в таких распространенных бенчмарках для того, чтобы сравнивать решения? Их на самом деле, самые популярные я тут приведу 3. Это датасет рукописных чисел, рукописных букв из разных алфавитов. Тут довольно мало, довольно 32 тысячи картинок, но очень-очень много классов из 50 разных алфавитов. Вот. Второй по популярности датасет, и мне кажется, он самый репрезентативный, это ImageNet. И вы здесь, у вас здесь на самом деле нет такого случая, что у вас слишком мало картинок по категорию. Но вы обычно просто так сэмплируете. То есть ваш датасет тренировочный, вы просто насэмплируете, выберете какие-то рандомные классы и насэмплируете по 5 категорий под каждую, по 5 картинок под каждую категорию. И как датасет, это под множество ImageNet на птицах, тоже очень-очень популярный бенчмарк. Вот. Какие есть модели, как вы бенчмаркаешь, какие есть модели и подходы, которые вы тренируете на этих датасетах? Как правило, на самом деле здесь очень неустоявшаяся терминология, и у каждой статьи она как-то вводится по-разному. Я здесь буду основываться больше на одной из последних статей с ACLR 2019 года. Название внизу и ссылка внизу. И они разделяют... Они попытались привести все к единой терминологии. Они говорят, давайте мы назовем, что вот у нас будут следующие алгоритмы решения few-shot learning задачи. Это когда мы учимся хорошо инициализировать нашу модель, когда мы учимся learning to fine-tune, learning to optimize. Это когда вы учите, например, какую-то нейронку, которая будет вам оптимизировать вашу модель на таком маленьком количестве данных, чтобы вы смогли нормально обобщиться и нормально работать при экстремально маленьком датасете. Второй подход, тот, который мы на самом деле используем, и про который я расскажу намного больше в конце, это когда вы учитесь сравнивать. То есть... Вы просто, если вы работали с face recognition, то это очень-очень похоже на это. Вы просто учите какие-то имбеддинги и учите сравнивать ваши классы, которые пришли во время инференса, с теми, на которых у вас слишком мало данных. И последний подход, то, что на самом деле, как правило, работает хуже всего, это когда вы учитесь и сильно пересекается с self-supervised, когда вы учитесь, давайте заагментируем те 1-5 картинок так, чтобы на них обучиться, либо догенерируем новые. Перед тем, как идти к более с этим сложным методом, давайте попробуем посмотреть на... Введем простой бейзлайн. Скажите, кто когда-либо фантюнил нейронную сетку на своем датасете? Супер, то есть это на самом деле такой базовый даже туториал в PyTorch. Я повторюсь немного, что означает фантюнить, то есть, и что означает бейзлайн в нашем случае. То есть представьте, что у вас есть
Base Class Date. Это тот ваш большой датасет, где у вас достаточно много картинок к одной категории. Так? И вы учите обычный классификатор. Например, с кросс-энтропией просто предсказывать, что за лейбл там. Например, этот ваш Base Class Data — это ImageNet. И вы там просто скачали с PyTorch'а pre-train ResNet какой-то. Вот. И будете юзать его как фичи-экстрактор. Вот это ваш на самом деле baseline. Что вы дальше делаете? Вы фантюните только классификатор, вот матрицу W, на супер-супер маленьком количестве данных. То есть у вас был ImageNet, вы научились на нем, все хорошо. Вы проверили, что ваших novel class data нет тех же классов, для того, чтобы бенчмарк был нормальный. У вас по 5 картинок для каждого класса, и вы просто зафантюнили. Я думаю, все делали такое, и это там начало deep learning, там transfer learning, как вам просто зафантюнить, не трогая фичи-экстрактор, там, например, фичи ResNet, который он вам выдает, и просто зафантюнить одну матрицу. И мы возьмем это как baseline. То есть это супер простой подход. Как правило, то, с чего начинают многие курсы deep learning, он очень понятен, он требует супер мало усилий, и иногда даже GPU не нужно для этого. Возьмем это как baseline, и еще недавно предложили baseline плюс-плюс, где вы делаете, по сути, то же самое. Вы точно так же, у вас есть какой-то огромный датасет, вы научили на нем нейронную сеть, потом вам пришли новые классы с супер маленьким количеством имиджей к категории. Вы точно так же фантюните, но только в baseline плюс-плюс вы матрицу, которую фантюните W, вы считаете косинусы и потом подаете их на softmax. То есть, по сути, представьте, что вы просто делаете ту же самую операцию, только вы занормализируете еще потом матрицу. И это назвали baseline плюс-плюс, потом мы в конце видим, что это работает довольно неплохо. Такая суперпростая идея, когда вы просто возьмете косинус вместо dot-продукта ваших фичи и вашей матрицы, которую вы фантюните. Авторы это объясняют тем, что это удаляет class invariants, там, связь и помогает учиться намного лучше. Вот, то есть, окей, у нас есть простой baseline, где мы, по сути, фантюним нашу сеточку. Иногда просто фантюним на супер маленьком количестве данных, иногда фантюним и еще вместо dot-продукта берем косинус. Окей? Следующие, более сложные методы, это когда у нас есть точно так же какой-то датасет, где много классов, то есть он всегда у нас base class, большой датасет. Что мы там делаем? Мы сэмплируем N классов, на которых мы хотим обучиться. И сэмплируем каждому к ним support set. Support set — это означает вот по 5 картинок каждому классу. И query set — это когда у нас есть одна картинка, которую мы хотим предсказать по этому support set. Вот. Так приблизительно работают все meta-learning методы. Время тестирования у вас есть просто... Еще раз, тренировочный датасет выглядел так. Вы просто насэмплировали из своего большого датасета какие-то рандомные классы, и каждому к ним насэмплировали по 5 картинок. Так? И одну картинку как query set. И на этом обучились. Как обучились, это будет следующий слайд. А во время тестирования у вас точно так же к вам пришли, у вас есть натренированная нейронка, вам дали по 5 классов, по 5 картинок для нового класса. И теперь вы должны их предсказывать нормально. Как здесь учиться? На самом деле, если это очень-очень-очень похоже на то, что вы делаете в Face Recognition. Когда вы экстрактите фичи, у вас есть фиксированный фичи-экстрактор, потом вам приходит новая картинка, либо новое лицо, вы экстрактите из нее фичу и должны найти ближайшую к ней из тех, которые уже у вас есть. И говорить, окей, значит, тогда я классифицирую это как вот, там, не знаю, какой-то лобстер. Тут есть, тут разобрано всего 4 подхода. Первый — это MatchingNet, это очень-очень похоже на Face Recognition. Единственное, что вы здесь тоже берете косинус. Тут не совсем все так просто, потому что вы там юзаете attention. Но если просто на это смотреть очень абстрактно, то это очень похоже на то, что вы делаете в Face Recognition. Просто вы заэкстрактили фичи, вам пришел новый query, вы сравнили по косинусу с фичами, с которыми вы заэкстрактили, то, кому он ближе, вы так и заклассифицировали. Учитесь, соответственно, точно так же. ProtoNet очень-очень похоже на эту идею. Называется статья полностью Prototype Network. Вы вместо того, чтобы считать косинус, считаете эвклидовое расстояние и считаете его с
прототип. То есть вы для каждого класса, основываясь на саппорт-сете, который вам дают во время обучения, либо во время теста, вы строите прототип. Как правило, ну, то есть это тоже сильное упрощение, это вы представьте, просто заэкстрактите фичи из каждой картинки и усредните их. И это будет ваш прототип. Вот. И потом вы находите классификацию, просто поэтому идете по всем прототипам, считаете эвклидово расстояние, там, где оно меньше, то и есть новый класс. Вот. RelationNet — это очень похожая идея. У вас тоже есть что-то вроде прототипа, только сравнивает их не эвклидово расстояние, либо косинус, а еще одна нейронка. И вы ее тоже учите. Вот. И есть еще один сложный способ. Есть очень-очень большая... как это сказать, есть отдельная область, где применяются, вот, если вы хотите выступить на каких-то крутых конференциях, вы можете рассказывать, что вы используете Neural Turing Machine в One-Shot Learning, либо как-то прокидываете градиенты, то есть вы учитесь, насколько нужно вам градиентов прокинуть от нового вашего саппорт-сета, чтобы ваш линейный классификатор в конце фичи-экстрактора тоже нормально вам предсказывал, что это новый класс. Но на самом деле... последний метод довольно сложный в имплементации по сравнению со всеми предыдущими, а те методы, где используется Neural Turing Machine и какая-то память и так далее, я не говорю про attention, а именно вот, типа, когда у вас есть типы сети с памятью, довольно сложные в имплементации и показывают себя на самом деле не очень по сравнению с всеми методами, которые супер просто заимплементить. Вот. Как происходит обучение всего этого? Тут можно делать по-разному. Как правило, авторы этих статей, они пытались сделать обучение таким же, как и inference. То есть рандомно сэмплируют несколько классов, рандомно сэмплируют к ним столько же картинок, сколько будет во время теста, обучают, тестируют. Вот. Единственное, что вот в этой же статье есть бенчмарк всех этих алгоритмов, и мне он очень нравится, он очень крутой, потому что авторы сделали 600 запусков и усреднили их. И это, на самом деле, очень классно, потому что так как каждый раз новые классы идут на обучение, новые классы идут на тестирование, результаты очень-очень волатильные получаются. И когда вы запускаете много раз, то вы действительно можете пробенчмаркать ваш алгоритм. Потому что если вы запустите всего один раз, ну, может быть, так, не знаю, карты легли, и вам достались хорошие классы. Вот. Итак, у нас есть baseline, это обычный фантюнинг. У нас есть baseline плюс-плюс фантюнинг, где вы просто считаете косинус вместо dot-продукта. У нас есть matching.net, где вы считаете косинус, протоны, где вы считаете прототип, то есть усреднение всех фичи векторов вашего саппорт-сета. У нас есть довольно сложные методы с памятью, и у нас есть relational network, это где другая нейронка учится сравнивать. Это есть то, что называется learning to compare. И у нас есть два бенчмарка, dataset птицы и mini-image.net, и бенчмарк по one-shot и по five-shot классификации, то есть когда у вас в саппорт-сете одна картинка и когда у вас в саппорт-сете пять картинок. Например, я могу сказать, что matching.net и proto.net, когда one-shot приблизительно одинаковы, потому что они экстрактят всего по одной фичи. Вот. Как вы думаете, какой метод из этих работает лучше всего? Можно просто, не знаю, применить какую-то интуицию. Как вы думаете, кто работает лучше всех? Или хотя бы сравнимо со всеми остальными. Что? Хорошая догадка. Есть у кого-то еще какие-то идеи? На самом деле, baseline плюс плюс. То есть не совсем baseline плюс плюс, работает всего лучше relational network, да, но если мы посмотрим на те результаты, которые дает baseline плюс плюс, то они довольно близки, он приблизительно всегда на втором либо на третьем месте. MemoNet работает довольно плохо по сравнению с другими, к сожалению. То есть вот это вот самое классное в этой статье, то что один из таких ключевых поинтов для меня, то что вы можете взять суперсложную сеть, да, очень долго ее имплементировать, потом долго рассказывать это на конференциях, классно прокидывать градиенты и имплементировать свои бэкворды, да, а в итоге фантюнинг с деленным на нормой матрицу работает лучше. Ну, в плане, он не всегда работает лучше, но он на втором месте. И по сложности его имплементации вам просто нужно взять туториал PyTorch, ну, если вы знаете PyTorch, или туториал TensorFlow, и поделить на норму матрицу. И у вас будет, ну, не то, что state of the art, да, в fish-learning, но довольно хороший результат. И
Это на самом деле очень удивительный бенчмарк. Авторы просто еще заимплементировали, они на самом деле просто заимплементировали все алгоритмы Fishet Learning, изранили их 600 раз и усреднили. У них есть код, я перезапустил их код, и у меня приблизительно получились такие же цифры, то есть у меня тоже baseline плюс-плюс был всегда вторым-третьим, что на самом деле очень-очень круто. То есть реально, вы можете просто не париться со сложными архитектурами и зафантюнить и поделить на норму. И у вас будет довольно хороший результат. То есть сложные модели не всегда помогают. Они еще сделали очень прикольную визуализацию то, как помогает увеличение длины. Они начинали с conf 4 и закончили ResNet 34. Я думаю, они не добавили больше, потому что за 600 ранов ResNet 101 они бы потратили очень-очень много GPU-часов. Поэтому они остановились на 34. Но это лично моя догадка. Вот. Я повторил это для conf 4 и conf 6 приблизительно за один день. Вот. Ну, то есть тут, на самом деле, довольно простой результат. Ваша точность всех алгоритмов будет расти, кроме Mumble 5, вот, если вы увеличите capacity своей сети. Ну, что достаточно понятно, да, то есть вы можете взять там притрейн от Facebook на миллиарде картинок ResNext, и я думаю, результат тоже будет довольно улучшен. То есть фичи экстрактор решает очень хорошо. Еще что они сделали, то, чего не делали до этого в работах про Fishet Learning, они проэволюировали, что будет, если вы поменяете домен. Если вы обучите свою Fishet Learning модель на одном домене и потом дадите саппорт-сет совершенно из другого, ничего не меняя. Вот. И тут все на самом деле еще интересней, потому что baseline и обычный фантюнинг оказался самый robustness к этому. Вот. Что на самом деле реально довольно странно. Я бы все равно остался здесь с baseline плюс-плюс, потому что он в других бенчмарках работает лучше. Но baseline, обычный фантюнинг оказался намного стабильнее. То есть когда вы меняете домен, ваша точность, понятное дело, падает, но фантюнинг срабатывает лучше всех. И да, теперь я расскажу, как это используем мы. Я расскажу на примере двух use cases, как мы к ним пришли и что мы там делали. Первый use case у нас есть... Один клиент — это японская компания, которая занимается тем, что они медицинский провайдер достаточно крупных размеров. И у них очень-очень много разных медицинских инструментов. Они их поставляют на операции. И в чем заключалась задача? Инструменты, которые пришли на операцию, они должны соответствовать тому, что туда должно зайти. И когда операция заканчивается, инструменты доставляют назад. Нежелательно, чтобы их где-то забывали. Например, в операционной, либо еще где-то. Ну, то есть, и желательно, чтобы они были еще целыми. Вот. Так звучала изначальная постановка задач. И они тратят, на самом деле, вот таких коробок. Это суперпростой случай этой коробки. Но таких коробок, на самом деле, намного больше. Там инструменты лежат друг на друге. И люди, когда их собирают назад, тратят довольно много времени и довольно часто ошибаются. Вот. Поэтому... Наша задача была здесь просто сделать систему, где вы фотографируете их, и вам говорят, все окей, нет этого, нет того, или там тот лишний из другой коробки. Вот. Так, изначально мы решали эту задачу, просто взяв инстанс-сегментацию, засегментировали в коробке, заделиверили, посмотрели. Чтобы понимали, коробок приблизительно около 100 тысяч. И добавление новой коробки с разметкой, с переобучением и с инференсом стоило $1000. Что на самом деле... Ну, то есть это решение просто бы никогда не пошло в продакшн, потому что это супердорого. То есть, когда у вас добавление там, новой простой коробки стоит $1000, а у вас их около 100 тысяч, вы просто не будете деплоить это и останетесь тем, что вы реально будете просто проверять это вручную. Вот. Мы здесь, мы вышли из этой ситуации по-другому. Мы просто стали выкладывать инструменты на стол, сегментировать их простым сегментатором на OpenCV, потому что фон был простой, и к уже сегментированным маскам мы применяли Fishet Learning. По сути, мы на самом деле взяли и натренировали что-то вроде matching.net, очень-очень похоже на face recognition, просто потому что у нас были готовые пайплайны для face recognition, для person ID, мы просто перезапустили их на инструментах, и таким образом, на самом деле, сэкономили очень-очень много денег для разметки. Потому что теперь от коробки, от инстанс-сегментации и для того, чтобы и от $1000 за добавление для коробки, мы пришли к тому, что давайте вы просто будете выкладывать эти инструменты,
мы будем их сегментировать, алгоритм, который, в принципе, довольно все сегментирует, кроме них, а искать их уже фишет learning. Теперь добавить новую коробку, это просто сделать несколько фоток каждого инструмента. Это первый из кейсов, где мы завязали фишет learning, и который работает вроде. Второй из кейсов, тот, который мы девелопим, это у нас есть клиент, который занимается, называется Greenback. Это британская компания, они занимаются сортировкой пластика. То есть там довольно интересная бизнес-модель. Они хотят деплоиться в странах, ну, не очень развитых, там, где нет таких переработающих станций, типа африканских странах, Кении и так далее. И там простой кейс. Они хотят, чтобы к ним приходили там люди, которые собрали мусор, собрали пластик, высыпали их на такой трей. То есть это на самом деле фотка с реальной фасилити, но таких нет там, где мы будем деплоиться. Просто, например, высыпали в такой трей. Наша нейронка это распознает и говорит, так, у нас там столько-то Кока-Колы, столько Пепси, столько так далее разных товаров. Им платят за это деньги, за пластик, который они принесли, а мы потом чарджим производителей и таким образом, ну, и зарабатываем на маленькой комиссии. Вот. Тут на самом деле картинки, потому что мы начали с синтетики, и сюрприз, она здесь не сработала. Приблизительно она зафейлилась. Ну, мы сначала попробовали нагенерить синтетических данных, и она зафейлилась приблизительно после 10 объектов в тренировочном сете. Вот. Поэтому мы здесь завязали просто object detection, который детектит просто item, и уже поверх айтема мы построили точно так же, что-то вроде matching method, когда мы ищем нужный нам класс. Вот. Выглядит это приблизительно так, что у нас есть изначально собранный датасет, где довольно много картинок на класс, и мы добавляем следующий класс тем, что мы говорим, окей, давайте нам несколько картинок для нового класса, и мы сможем его добавить. Вот. Ну и мы ушли от задачи классификации к задаче поиска. Может, если вы работали с такими тулами, как Annoy, Face, первая от Spotify, вторая от Facebook, это очень-очень крутые движки для того, чтобы искать пространство векторов, которые вам ищут не за линейное время, а за логарифм. Euclid SDB — это как бы обертка, которую мы использовали для того, чтобы обертка поверх этих двух тулов. Вот. На самом деле, как это продается? Продается это так, что вот мы можем динамически добавлять классы и так далее. Как это в реальности работает и зачем это нам нужно? В реальности это нам позволяет очень-очень много денег сэкономить на разметке. Вот. Это все материалы, на которых основан этот доклад. Если вам потом будет интересно самим разобраться. Я думаю, презентация будет где-то зашарена. И, в принципе, на самом деле это все. Я буду рад ответить на вопросы, которые будут. Спасибо, Кирилл, за доклад. Просим вопросы из зала. Добрый день. Спасибо за доклад. Скажите, а вот не используют ли сейчас ядерные методы? Вот если у нас мало данных, и мы используем сеть как фиш-экстрактор, и делаем ядро, и дальше уже, там, не знаю, SVM, гауссовские процессы, ну вот. Нет, к сожалению. Все, что было 10 лет назад, скажу так. Нет, к сожалению, было, не использовали. Данных не так много. В таких методах скорее нужно думать, вот, и легче просто, не знаю, там, зафантюнить сеточку и просто не думая попробовать запихнуть это в прод. Потому что как бы это основная мысль. Вот, к сожалению, к ядерным методом, либо каким-то сложным байесовским и так далее, мы еще не дошли. У нас появился вопрос в slide.com, я сейчас его зачитаю. С точки зрения имплементации, как вы узнаете, что в ваших данных появился новый класс? Это добавляется явно. То есть у нас есть класс, мы не знаем, что это, куда мы сбрасываем все и потом перезамечаем. И если у нас нужно добавить новый класс, мы должны явно договориться, что так, вот список классов, которых мы распознаем, теперь мы распознаем плюс этот. И, как правило, вам нужно, если вы используете Annoy, то там, когда перед тем, как собрать базу и сделать в нее запросы, вам нужно сделать ее rebuild. Вот, то есть это происходит явно. У нас есть класс, мы не знаем, мы не распознали это, и то, что мы распознали, добавление класса происходит тупо. То есть кто должен прийти и сказать, слушайте, вот теперь у вас 101 класс, теперь 102, теперь 103. Вот. И, как правило, да. Самое главное, это то, что первое, чем забыл упомянуть, после каждого инференса есть возможность мануальной проверки. То есть человек в интерфейсе, например, этого же пластика, выдается ему просто
CSV или ну, таблица на сайте, да, где он поправляет. То есть мы никогда не гарантируем стопроцентной точности, вы всегда должны проверить результаты и поправить. Мы просто гарантируем то, что мы ускорим ваш процесс этим. Вот. Но добавление, да, добавление происходит явно. А также, а что делать, если классификатор, новый класс, смешивает с существующим, со старыми? Если... Так я сейчас не понял вопрос. Если вы добавляете новый класс... А что делать, если классификатор, новый класс, смешивает с существующим? А, если он его плохо распознает, да? В смысле, или часто путает? Правильно понимаю вопрос? Ну, то есть... На самом деле есть классы, которые сложно распознавать, есть классы, которые довольно просто распознавать. Если мы говорим, что вот есть очень-очень-очень похожие инструменты, и такие инструменты есть, и они часто путаются, особенно там ножницы разной длины и так далее, то тут мы выходим двумя способами. Первый способ, мы выходим за счет того, что у нас есть, да, вот ограниченное множество в коробке, которая мы точно знаем должно быть. И второй способ, мы просто говорим, вот эти классы нужно доразметить руками. Мы только знаем, что они принадлежат к... Да, мы пытаемся строить иерархию вокруг этого. То есть мы знаем, что вот эти классы, если мы не можем различить эти классы на более низком уровне, мы идем по иерархии вверх и говорим, ну, то есть вплоть до того, что мы говорим, короче, это item, и мы не можем его различить. Еще один вопрос. Насколько точность для новых классов хуже точности для классов с большим количеством данных? Намного хуже. Ну, то есть, на самом деле, она намного хуже. Я не помню точные цифры сейчас, но, как правило, они просто быстро добавляются, и потом во время инференса сохраняются все данные, которые специфицируют, переразмечаются и докидываются в класс. Но, как правило, на самом деле, что нужно поверить, мы еще в первом не нашли. Просто потому, что всегда есть какие-то, не знаю, задачи с продакшена, но приблизительно нужно просто померить, сколько нужно оптимально вам картинок и как точность класса растет с количеством картинок. Но я думаю, приблизительно она будет в какой-то мере зависеть от того, сколько у вас инстансов и насколько они разнообразны. Вот. Как именно она будет зависеть, сложно сказать. Скорее всего, точно не линейно, а какая-то будет ну, нелинейная зависимость. Спасибо большое. Подождем теперь вопросы из зала. Да, у меня еще один вопрос. Возвращаясь к тем табличкам, где baseline плюс-плюс бьет, ну, ведет себя очень хорошо, а крутые методы, как MIML и так далее, не очень, у меня возникает вопрос. Получается, что как себя поведет baseline плюс-плюс на каких-то adversarial examples, когда мы взяли, чуть-чуть изменили наши инпуты, добавили какой-то шум, еще что-то. И MAML. У тебя есть идея, кто из них будет более устойчив к задачам, которые мы решаем люди вот каждый день? Мы устойчивы к шуму и так далее. Но кто из них, вот какой из подходов будет более robust? Честно говоря, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что мы не тестировали эти сети на adversarial example и не пробовали их хакнуть. Вот. Мне кажется, что MAML будет немного робастнее, потому что вы ближе там работаете градиентами, но я думаю, это просто можно проверить, попробовав эти датасеты, на которых он учился, поатаковать adversarial и поатаковать эту сетку и просто это проверить. Но мы этого не делали, ну просто потому что у нас нет такого use case, когда наши сети хотят взломать. Я понял. Спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Там, где вы добавляли медицинские инструменты и потом их обучали, то есть делали фотографию, мне интересно, были ли какие-то интересные трюки с аугментациями? То есть, ну, понятно, с помощью алгоритмов там, того же OpenCV вы вырезаете, а потом можно вообще очень много нагенерить, уверен, сэмплов этого там, с перекрытиями, с фонами. Ну, то есть вот это интересно. Да, у нас даже есть отдельный алгоритм, который даже на OpenCV просто на рандомные фоны раскидывает вырезанные маски и учится на них. Но первая проблема, с которой мы возникли, то, что там была супер классная точность, потому что она просто переобучилась на артефакты из OpenCV. Вот. Есть идея сгладить их и убрать их чем-то,
но мы просто еще до этого не дошли. Но, конечно, да, если это просто нам в тупую заугментировать, именно набросав рандом на маски, оно переобучается на артефакты. Я думаю, это можно поправить. У нас есть такие планы, но я не знаю, когда, будем ли мы это делать. Там такие, там, ну, как такие, как отпилы, знаете, очень-очень много таких ступенечек. То есть оно просто переобучается на них. Это моя гипотеза, что оно переобучается, точнее, не моя, а коллеги, что оно переобучается на эти артефакты, и, в принципе, она довольно логична. Вот, потому что остаются такие рваные линии на моменте, когда мы ставили эту маску, да, размеченную руками, либо найденную раньше, на какой-то другой фон. Типа, мы пробовали делать это только в рамках классической CV, когда мы, да, сглаживали вот, вот эти контуры. Это, на самом деле, не сильно помогло. Я сказал, возможно, ганы помогут намного больше, но тут нет никакой уверенности, и мне кажется, это такой немного оверкил. Вот, оно, на самом деле, на простом фоне, оно их хорошо детектит, поэтому то есть, это довольно низкоприоритетная задача здесь. Вот. На простую агментацию оно оверфитится, когда вы просто разбрасываете инструменты по-разному. Сглаживать это нейронками мы не пробовали. Есть еще вопросы в зале? Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что в инструментах, в рамках одной коробки набор инструментов более-менее известен? Да, конечно. Каждая коробка имеет схему. И она четко определена еще до начала вообще добавления этой коробки. Ну, тогда вы не пробовали использовать какие-нибудь... Ну, получается, это инструменты у нас как бы коррелированы. То есть метки инструментов, они связаны, там, не знаю, длинные ножницы находятся с каким-то другим инструментом, а короткие, например... Они коррелированы в зависимости от схемы коробки, но да, мы на самом деле... Да, пробовали ли мы добавить, типа, эту метаинформацию для обучения? Там, не знаю, какие-то language model, там, биграммы какие-то, там, CRF... На самом деле, это очень классная идея. Как я сказал, мы это юзаем только в терминах того, что вот мы знаем, да, мы определяем тип коробки, знаем, так, в этой коробке должно быть это и не должно быть этого. Значит, и так мы решаем вот проблему очень-очень похожих инструментов. То есть мы используем эту информацию как-то, то есть, по сути, это rule-base, написанный поверх выхода из сети. Сделать и подать это на вход как обучение, да, что вот какую-то информацию из коробки заэкстрактировать, очень-очень интересная идея, к сожалению, мы этого еще не попробовали. Но на самом деле, да, спасибо за вопрос, это очень-очень классная идея. Кирилл, спасибо большое за ваш доклад, за ответы на вопросы. Мы вас очень благодарим и надеемся на дальнейшую встречу. Да, всем спасибо большое.